А вот в программе «Наши дети» уже один год. Это уникальный для регионального телевидения проект. Студия по задумке авторов превращается в одну большую детскую. Пока малыши весело играют, их родители вместе с квалифицированным психологом и экспертами разбирают самые актуальные вопросы. А все началось в прошлом июле с желания неравнодушных мамочек поделиться своим опытом. Их инициативу поддержал главный семейный телеканал, и с тех пор каждый месяц в эфир выходит новая программа. Темы для них предлагают зрители, о чем только мы не рассказывали за минувший год. Как устроить ребенка в детский сад, делились опытом и страхами. Когда рассматривали тему с обучением детей за границей, вместе смеялись над воспоминаниями отцов, которые от большой любви решили на партнерские роды. Вместе создали волшебную новогоднюю сказку для наших телезрителей. Совсем недавно советовали, как выбрать загородный лагерь и как смириться с мыслью, что малыш уже самостоятелен. Впереди еще более интересные темы. Мы всегда на связи с вами в социальных сетях. По итогам 2017 года программа телеканала «Первый Ярославский» была выделена в череде лучших в престижном журналистском конкурсе «Позиция».